Сапфет нашел меня, стал проблемой. Если прогорю я, то ты тоже прогоришь, не забывай об этом. А если я Ягызу скажу, что ты изнасиловала Эйлюль? Открой свой рот. Твоя история закончена, Курай. Ты ответишь за все то, что ты сделала, Эйлюль. Можешь теперь считать себя мертвым. Мам, я ухожу. Пойду к Мелеке и заберу у нее свой диск. Не надо искать этот диск. Почему? Я с этим разобралась. Слушай, а что было записано на этом диске? Какая мне разница? Да значит, какая мне разница? Он записал наш с тобой разговор, ты тоже есть на этих записях. Что? Что он там записал? Перед вашим домом, когда мы говорили, он это записал. Если Ягас увидит это, нам настанет конец. Послушай, ты поможешь мне, мы должны избавиться от этого Сапфета. Да вот все, что я сделал, все там записано. Там написано все, что я сделал, чтобы держать Эйлюль здесь, как понимаешь. Я поняла. Ну ладно. Я поломала этот диск уже, я выкину его потом. Ты не волнуйся. Эх, мама. Какая же ты у меня, однако, прекрасная. Я так успокоился. Ну пойду тогда свежим воздухом подышу. Послушай меня, ты сейчас кайтен, что ли, пойдешь? Нет, мам, какая это? На чем ты говоришь? Все, с этим покончено. Пойду в кафе, а потом приду. Ладно, давай увидимся. Рано или поздно ты выйдешь из дома. Вот, настоящее лицо Мелек. Она объединилась с этим человеком и обманула нас всех. Вот, записи все раскрывают. Это вранье, пожалуйста, поверь мне. Пожалуйста, выслушай меня. Куда ты пошел? У нас с тобой еще дела не закончены. Как ты могла так поступить, а? Как ты могла так с нами поступить? Неужели для нашего соединения еще есть надежда, Ягас? Мой единственный ребенок. Ты береги себя, ладно, дитя мое? Курай, иди к этой Айтен, ладно? Мам, ты тоже странная. Да, для такого шакала, как я, другая мама волноваться вообще не станет. Давай, увидимся. Мой дорогой сынок. Пожалуйста, не делай глупостей, когда есть и узнаешь, что сделал Курай. Боже, пожалуйста, хоть бы на этой записи не было ничего, что касается меня. Я все еще жду, когда этот выродок выйдет из дома Сейфо. Хорошо, ты тоже не стоишь без дела. Продолжай искать Мелек. Наконец-то. Ягас, что ты делаешь? Боже, пожалуйста, хоть бы он не спутался в проблемы, пожалуйста.